Проезд по автодороге Ош-Сарыташ-Иркештам открыт, сообщили в МЧС. Накануне из-за сильных дождей в Алайском районе сошли сельвые потоки. Затопило трассу и дворы трех домов в селе Карабулак. Были привлечены 5 спасателей из оперативной группы Алайского райотдела МЧС, грейдер, 3 погрузчика и самосвал. Ближе к полуночи дорогу полностью расчистили, говорится в сообщении.